Джим Хокинс, как всегда, помогает маме в гостинице под названием «Адмирал Бенбоу». Однажды к ним приходит странный человек по имени Билли Бонс. Билли дарит Джиму карту сокровищ, потому что устал бояться за ее сохранность. На карте отмечен остров, где спрятан клад. Джим спешит в город Бристоль к своему другу доктору Ливси. Доктор Ливси и его верные товарищи Сквайр, Трелани и капитан Смолет вместе с Джимом решают набрать команду на корабль и отправиться на поиски клада. В таверне они набирают людей, среди которых корабельный повар по имени Джон Сильвер. Джиму он показался подозрительным. И вот их корабль готов к отплытию. Все на борту. Они отправляются в захватывающие приключения на поиски таинственного клада. Они плывут уже много дней и ночей. Случайно Джим узнает, что Джон Сильвер не просто повар, а настоящий главарь пиратов. И эти разбойники собираются забрать клад себе. После длительного плавания они достигают берегов заветного острова. Но как только друзья высадились на берег, пираты хватают карту и бегут в джунгли. Они сразу направляются на поиски сокровищ. Но их ждал сюрприз. Клад уже кто-то нашел. А в это время Джим встречает в джунглях человека по имени Бен Ганн. Когда-то давно пираты оставили его на этом острове совсем одного. Оказывается, что Бен уже выкопал клад, который наши герои уже не надеялись найти без карты, и спрятал его в одной из пещер. Он предлагает поделиться сокровищами с новыми друзьями, если они возьмут его с собой в обратный путь. Все с этим соглашаются. Они погрузили все золото и драгоценные камни на свой корабль. А пираты остались на острове. Впрочем, какой-нибудь корабль, возможно, и подберет этих неудачливых кладоискателей. Наши герои благополучно вернулись домой. В итоге они нашли не только сокровища, но и приобрели нового друга. Hmm.